$5 одна минута разговора с вашим городом. Плюс во всех отелях стоят электронные системы счетчиков разговора. То есть, предположим, вы звоните на мобильный телефон, вам говорят, что он выключен, извините, перезвоните попозже, то даже это будет считаться. Соединение. Возьми вот это блинчиком. Какое? Ну, блинчики, они же сладкие. Сладкие, изюма все-таки должны быть. Да. А тут где? Только спокойно, в общем-то, говорят о своем товаре и предлагают его. Можно, конечно, и поторговаться. Но, в общем-то, особенно здесь не принято торговаться, особенно в продуктовых магазинчиках, либо на сувенирных лавках. Больше торгуются на базарах, чем вот на таких лавочках. Несмотря на то, что цены у них нигде практически не стоят цены, все равно вот как-то не принято у них торговаться в этих маленьких магазинах. Вот мы идем как раз с вами за этими маршрутными такси и повторяем их путь, этих маршрутных такси. Долмуш называется маршрутное такси в Турции. Еще раз напоминаю, наша с оранжевой полосой стоит 1 250 000, работает с 7 утра до 2 ночи, то есть пол 2 ночи она идет последняя из Чпера, и, соответственно, из Мармариса тоже. Подобная маршрутка идет из Мармариса 2 ночи.